Собачий вальс, играй дарование. Тедди! Ха-ха-ха, как же туха! Как дела, плюшевый мерзавец? Ну, знаешь, я ж не обворожительная полумусульманка, продавшая 37 миллионов дисков, но ничего, справляюсь. Полуиндианка, но спасибо. И тебе за 11 сентября. Вот, познакомься, это мой друг, Джон Беннет. Нора Джонс. Джон, Нора Джонс, привет. Мне очень потно. Простите. Ну что, готов порвать зал? Да, мэм. Да, спасибо за такую возможность, мисс Мэм Джонс. Я... спасибо. Господи, отпадно выглядишь! Ну, ты, наверное, не привык видеть меня одетой. Да, это правда. Мы с Норой познакомились в 2002-м на тусовке у Белинды Карлайл. Благотворительность была для детей, которых ебли члены семьи. И у нас был странный плюшевый секс в гардеробе. А ты был неплох для парня без причиндалов. Да уж, я об этом столько злобных писем на фабрику написал. Спасибо! А теперь я немного переведу дух и приглашу на сцену своего друга. Он исполнит песню для одной девушки, которая сейчас среди вас. Он в нее по уши влюблен. Прошу, поприветствуйте Джона Беннета! О, боже мой. Что за черт? Надо бы еще разок ее в углу зажать. Так. Меня зовут Джон Беннет. Я спою для Лори Коллинз. Я люблю тебя. Эта песня связана с одним очень важным вечером в моей жизни. Когда мы встретились, это заглавная песня из фильма «Осьминожка». All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the thing. Все лучше, чем Кейти Перри. Funny how it always goes with love. When you don't look, you find. But then we're two of a kind. We move as one. Вызывайте скорую! Да он у тебя был больной к тому же. Ты видела, как тот бедняга упал со сцены? Как тряпичная кукла. Давай не будем об этом говорить. Не хочется выпить после такого. Чувака чуть не убили на наших глазах. Нет, лучше просто отвези меня домой. По одной. Давай. Нет, что-то нет настроения. Ну ладно. Ладно, понял. И знаешь, я тебя не виню. Вообще, если подумать, с его стороны было нечестно позорить тебя вот так. Что? Во-первых, он меня не позорил вовсе. Да, у нас с Джоном есть проблемы, но он старается. А во-вторых, я не хочу обсуждать это с тобой. Эй, ты куда? Ловить такси. Я домой. Наконец-то.